Петербурге трудно найти места, откуда бы не велись боевые действия во время Великой Отечественной войны. Зачастую, проходя по улицам, горожане не знают, что совсем рядом могут находиться памятники Второй мировой. Активисты клуба «Все 4 на 4» не первый год занимаются их поиском и восстановлением. 3 мая на пересечении Кронштадтской и Корабельной улицы они высадили свой трудовой десант, чтобы облагородить заброшенный артиллерийский дот. Акция, скажем так, вернуть памятник Великой Отечественной войны. Его, как сказать, не знаю, первоначальный вид. Еще в начале апреля на этом месте был холм. Сейчас же огневая точка приняла свой прежний облик. Вместе с любителями внедорожников, которые при поддержке администрации организовали эту акцию, на субботник пришли суворовцы, школьники, активисты молодежного совета района. Дот, напоминающий о героизме ленинградцев, откопали, покрасили и облагородили территорию перед ним. Мы должны помнить о том, что было сделано, и не забывать своих героев, не забывать памятники, которые были им поставлены, и время от времени поддерживать около них чистоту и порядок, чтобы люди видели и радовались. Благодаря стараниям собравшихся в преддверии 66-й годовщины в Кировском районе появился еще один памятник истории. По словам организаторов акции, позже администрация района планирует сделать на этом месте сквер и установить мемориальную доску.